Всем привет! Сегодня хочу поделиться, как можно хранить пакеты. Вот разные целлофановые пакетики с ручками, без ручек. Вот здесь вот раньше в этом ящике, и не в одном, это в прихожке у нас такой комодик. В двух ящиках у меня было вот так навалена куча разных пакетов, больших, маленьких. Я вроде бы и старалась их складывать. Все равно потом достаем какой-то пакетик, ищу, который нужно, перерываю все. И здесь вот так они вот такой горкой получались. Потом запихиваешь, все вываливается. В общем, неудобно, время занимает и бардак. И решила я вот сделать порядок, как я организовала себе все пакеты, порядочек. Вот маленькие разные такие вот пакетики, которые приносим из магазина. Ну так, мало ли что завернуть, в принципе, чистые все. Вот. Я взяла такую вот из-под коньяка коробку, вырезала вот здесь дырочку, вот чтобы отсюда можно было удобно доставать. В принципе, можно было бы каждый раз открывать, доставать, но нижние потом же ж не достанешь. А так удобно. Вот с этой стороны я закладываю каждый раз пакетики, которые принесли. Закрыла. И вот так у меня лежит в ящичке. Вот так удобно. И когда мне нужно какой-то пакетик маленький, я достаю вот через вот эту дырочку. В общем, удобно. Я особо не заморачиваюсь, никак я не укладываю, не складываю. Вот, удобно, любой. Но даже если какой-то у вас выпадет пакетик, ну, вдруг лишний захватите, ну, обратно засунете, ничего страшного. В принципе, удобно. Так, это я так сделала такие маленькие пакетики. Вот. В принципе, ну, это так, не сильно часто я их использую, они как бы уже не новенькие, ну чистые, грязные не храним, не стираем, выбрасываем. А так на кухне у меня, вот я покупаю себе в таком пакетике, мне очень удобно, и вот себе достаю каждый раз пакетик. В общем, это все меня устраивает. Это хранится на кухне. Так, разделила я пакеты вот большие и маленькие. Вот здесь у меня такие пакеты, которые с ручками, но побольше, то есть такие большие. Вот в один ящичек сложила. То есть я их раскладывала по величине. Здесь вот побольше пакетики, а здесь вот такие вот уже поменьше, меньшей величины, чтобы опять-таки я не перерывала, когда мне нужен, например, маленький пакетик, либо большой. Мне уже проще найти, то есть в ящичке здесь большие, а здесь маленькие. Здесь маленькие, разные вот подарочные пакетики, которые у нас остаются, я складываю. Здесь вот такое разное. В принципе, удобно. Вот, складываем. Вот так вот. Такие вот ящички. И у меня еще остается достаточно вот много места в моем ящичке. Здесь у меня такие вот два рулончика. Они такие лежат для мусора. Вот, удобно их брать. Ну и сейчас я покажу. Это то, что я складывала в ящик. Вот. И сейчас покажу, что я сделала с другими пакетами. Так как пакетов у нас накопилось много, каждый раз из магазина приходим, каждый раз пакеты большие, маленькие, разные. Для этого я использовала вот такие вот бутылки. Так как у меня много пакетов, очень много, то я брала вот 5-литровые бутылки пластиковые. Если вот поменьше, вот, ну, например, не так много, как у меня, то можно взять вот даже вот эта литровая бутылка, можно взять 1,5-литровую, 2-литровую, ну, примерно сколько у вас получается пакетов. Так, ну вот, я складывала, то есть разбила их. Сначала я распределила большие, средние, вот маленькие. Я даже подписала себе вот на бутылках маркером.
мне видно достаточно, что это здесь маленькие такие пакеты. Ну как, они не совсем здесь, то есть самые маленькие там у меня, а это ну такие вот, как бы маечки, ну маленькие пакеты. Так, дальше. Вот, все пакетики, видно, я складывала такими треугольничками. За счет этого занимает очень мало места. Я сейчас покажу, как я складывала. Очень удобно, очень легко, быстро. И уже как привычку себе такую взяли. Пришли с магазина, не просто как-нибудь свернули этот кулечек, пакетик, а сразу складываю треугольничком и в определенную бутылку там, где или банку вот по размеру, чтобы потом не путаться. И я теперь быстро нахожу, например, там надо мне небольшой пакетик, я его быстро нахожу, так как все подписано. Вот здесь написано вот средней величины пакетики тоже вот. И здесь вот такие вот самые большие получаются вот пакеты тоже. Так. Ну, это маленькие разные, то есть все подписано. А в такой вот у меня я складываю, ну, разные, когда покупаем, вот фрукты. Вот они идут в таких вот сеточках. Вот, я их тоже не выбрасываю, храню, так как живем мы в частном доме. У нас есть огород, у нас есть где что хранить, поэтому нам в хозяйстве это все пригодится. Ну и чтобы эти сеточки тоже опять-таки не валялись где попало, вот так вот я их складываю. Ну, сеточки я, конечно, не складывала, я их просто сюда вот напихала и все. Так, как я сделала эти бутылки? Вот большие. Я беру большую бутылку, вот у меня 5-литровая, ага, а здесь у меня вот подписано мешочки такие большие, средние здесь получаются, вот такие вот, сейчас покажу, вот любой достану. Ну вот у меня эти я просто скрутила, ну, в такие вот в рулончики, и мне удобно. И я вижу, ну что это за пакеты, для чего они мне нужны, чтобы сразу вот сориентироваться. И я их просто вот складывала вот так вертикально. Так, итак, бутылки я обрезала вверх, то есть там, где идет у нас закрывается, там где крышкой, вот, то есть срезала, получилась у меня ровненькая такая емкость. Затем вот верхушечку сейчас я отогну вот здесь, чтобы было видно. Вот, надеюсь, что видно. Я думаю, показывать, как прошивать, не надо. Это каждый сделает по-своему все равно. Я сделала шилом, при помощи шила дырочки. И затем взяла вот старые такие вот джинсы. Ну, джинсовая ткань, такие домашние были джинсики такие у дочки. Вот, я обрезала вот штанины эти. И из них сделала такие вот, ну, они у меня как гномики получились, такие вот я затягиваю. Ничего у меня нигде не вываливается, потом очень симпатично смотрится. Вот пришила, получается, вот пришила в эти дырочки. Просто я не заморачивалась никакой-то там, ну, строчкой. Просто вот иголку взяла и в те дырочки, которые сделали на небольшом расстоянии, вот я прошила. Вот этот кусок штанины. Здесь я тоже вот загнула. С таким учетом, чтобы внутрь вот вставить шнурочек. Взяла тоже вот старые шнурочки какие-то. Вот завязочки разные можно взять, вставить. Для того, чтобы вот потом я вот так делаю. И за этот же шнурочек потом можно где-нибудь подвесить эту бутылку. Вот. Ну, эти я сделала точно так же. Вот маленькие когда, то, ну, соответственно, штанины большие. Можно взять любой кусок ткани и точно так же вот прошить. А можно сделать все гораздо проще. Носочки вот, обычно носочки вверху не изнашиваются, остаются хорошие. Обычно низ изнашивается. И вот эту верхушечку вот носочков я тоже носки такие вот не выбрасываю.
я оставляю. Если вы видели уже мои видео, я показывала, как можно использовать вот этот вот верх носочка и красиво сделать горшочки для цветов. Вот, при помощи вот сделать красиво, украсить. И точно так же можно здесь использовать носочек, верхнюю часть. Вот тоже точно так же вот пришила. Вот. Вот здесь я даже не вставляла никакую резиночку, никакую веревочку здесь. Ну, как-то так узенько получилось, ничего не вываливается. Оно у меня стоит на полочке, так как это маленькие такие бутылки. Вот, ну, в этой я вот пришила веревочку. И можно вот завязывать верхушки. Сейчас я тут засунула последнюю. Вот. Можно вот так вот взять и завязать. Завязать, и точно так же можно подвесить где-нибудь в кладовочке. Ну, где у вас хранятся такие. Ну, есть возможность хранить такие вещи. Дальше. Как складывать эти пакетики, я сейчас покажу. Итак, убрала все. Вот, к примеру, берем любой пакетик. Ну, вот это вот средний пакет я беру. Вот. Вот он у нас в таком вот виде. Такая маечка. Я складываю пополам. Ну, это зависит от величины пакета. Можно и пополам, и еще раз пополам вот складывать. Если это большой пакет, можно еще раз складывать. То есть складываете вот, чтобы получилась такая вот полосочка. И дальше. Вот, даже видно. Вот, от уголочка делаем треугольничек. Затем дальше складываем. И вот таким вот образом... Оно быстро все складывается. Вот. Складываю в такие вот треугольнички. Вот. И затем, когда остаются вот хвостики, а вот здесь карманчик, эти хвостики я подворачиваю в карманчик, в этот вот закладываю. Вот. И у нас получается вот такой вот маленький аккуратный треугольничек. Чем удобно мне треугольнички вот для таких вот бутылок, видите, как аккуратненько все складывается, так как вот кладу один, затем второй, вот потом вот так вот, и оно аккуратненько вот ложится все, и очень удобно вот складываю, и затем вот затянули, и наш домик, гномик, как удобно. Вот такие вот получаются. Все видно, все очень аккуратно получается. И трачу я потом меньше времени на уборку, потому что бесконечное складывание этих кулечков, пакетиков в ящичках, это просто уже надоедает потом. Ну, а так вот удобно, очень удобно. Надеюсь, что вам было полезно мое видео. Смотрите мои другие видео. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайк, если понравилось. Всем пока-пока!